Я уверен, что мы поставим памятник Михаилу Михайловичу Жванецкому на одноименном бульваре, на бульваре Жванецкого. И это будет абсолютно правильно по-одесски. Это будет дань глубокого уважения самому великому одесситу. Я попрошу нашего председателя комиссии по дизайну Михаила Реву объявить это в творческих коллективах и установить определенные сроки, когда, а потом мы дальше определим победителя.